Жить в рабстве – это же самое приятное на самом деле, потому что у тебя нет никакой ответственности, все решается за тебя. И просто тебе говорят, что делать от сюда до сюда, и ты это просто делаешь. Иногда тебя бьют, и ты доволен этим, что чем были советские люди. С трудовым ресурсом, да, тебя потом вывозили на Черное море или в горах, отдыхал ты там несколько недель и возвращался. Как жить, как устроить сердце, как будет, пространство вокруг себя, что для тебя на самом деле лучше. Ты же ничего не решал. Госплан был, какое-то дурацкое заведение было в Москве, и там решали за тебя все. В чем одеться, сколько тебе спички нужны или сигареты и так далее. Мы этому уже привыкли. Мы привыкли, чтобы из Москвы какие-то телеграммы приходили, где за нас решали все, и просто ты это делал. И потом, когда из России делегация приехала, мы веселили их. Там гитара, там шашлыки. И все. Вот это была наша жизнь. А сейчас мы привыкаем, как жить независимо, как решать собственный вопрос, как устраивать собственную жизнь на будущее и как бороться за лучшую страну. Это очень трудно, потому что сейчас мы чувствуем, что у нас ответственность. И это мучает на самом деле всех нас, но только так мы сможем лучшую страну построить.